Всем привет, с вами Шмагу на канале Ушмаги. Сегодня поиграем в игру под названием Пайн или Пине или Пень. Это просто пень. Это, в общем, в переводе сосна или, короче, типа того. И да, поиграем, посмотрим, что это за новая игра. В целом, отзывы вроде как положительные, поэтому будем положительно смотреть, что и когда. Говорят, что когда большие люди бродили по острову, земля постоянно сотрясалась. Сейчас и проверим, сотрясается ли она теперь от большелюдов. Оказывается, двуклыки хранят свою слизь двуклыка в маленьких деревянных чашках, которые можно найти рядом с их гнездами. А, как я понял, мы будем играть за вот этого пня, или не пня, не знаю. Твирбаум представляет с поддержки Congregate Publishing. Что? Авторы Тима Ван Хактон, Мастерс Ван Дам, Марк Пелис и все, ага. Да-да. Звук и музыка Джонатан Ховель, Ван Вэспин. Ах, йоу! А, так вот, мы, собственно, играем за Хью, как я понял. Так, нас зовет бабуля. Новая глава церемонии. Марла ждет, поговори с ней. Удерживатели выше, чтобы ускориться, я уже нажал, спасибо. Здорово. А, Хью, вот ты где? Мы почти закончили приготовление. Ильма и Эдвин попросили принести им еще материалов для дома на дереве. Я бы обратилась к твоему брату, но я не знаю, где он. Еще больше материалов? Да-да, но я не знаю, что именно. Спроси у них. Ребят. Ну, беги. Так, собственно говоря, мне... Это он? Когда сегодняшняя церемония завершится, мне бы хотелось поиграть со всеми в игру. Может, после жаркого? Нет, это, видимо, не он. Так, подожди. А, вот... А, ну да, все. Тут есть же компас наверху, и вот они. Да, здорово. Чё вам там нужно? Ну-ка, быстро говори мне. А, Хаю, ты как раз вовремя. Мы уже было решили, что дом на дереве готов, но... Камни, на которых он стоит, очень неустойчивые. Что еще хуже, Гэри слушать нас не хочет. Тебе чавка и ткань. Вот что нужно, чтобы укрепить дом на дереве. Можешь принести? А древесина и бечевка не должны стать проблемой, если попросить Гэри как следует. Луя складывала ткань у места для стирки. Хорошо. Хорошо. Так. Тебе нужны материалы, ткань, бечевка, пам-пам-пам. Ткань и бичао. Окей. А, значит, у этого пса надо еще будет что-то спросить. Я тут немного занят. Че тебе надо? Эльма и Эдвин хотят укрепить дом на дереве. Бечевка хорошо для этого подойдет. Им что, мало? Бечевка не растет на деревьях. В общем, ты меня понял. Они говорят, что их дом очень неустойчивый. Какие глупости, наши дома самые лучшие. Но раз уже они настаивают... Бечевка, значит... Мне нужно готовиться к церемонии. Древесина лежит вон на том ящике. Можешь взять и сделать все сам. Передай им, что этого должно быть достаточно. Жду не дождусь начала праздника. Теперь у тебя есть задумка. Это концепция, предмет, который можно изготовить. Да, хорошо. Значит, собираем. Паравиан древес... подожди. Стоп. А как туда зайти-то? Вот? Что? X? U? Подожди. А как зайти в эту гадость-то? Что-то я не понял, а. А где? Ну ладно, так. Есть какая-то концепция, но без концепции. Побежали. Бечевки нет, ткани нет. Так. Мох. Хорошо. Тростник. Хорошо.
Хью. Привет, Луи, у тебя есть ткань для дома на дереве? О, мне нужно заниматься стиркой. Ты знаешь, как делается ткань? Если Айдвин и Эльма, она так нужна, то ты можешь сделать ее сам. Новая задумка ткань. Подожди, а как мне туда зайти-то, в эту задумку? Я чё-то не понял, ни хрена. Какая кнопка-то, алё? Пс. Пацаны, пацаны, вы шо? Вы шо делаете? А, на эскейпе, ё-моё. Подожди, задачку. Задачку. Отслеживать, не отслеживать. Подожди, а, тут еще есть как бы снаряжение. Ага. Веревка на запястье сверять, только веревка на запястье среди деревьев. Так, циклопедия, а, не циклопедия, а, и ремесло. Так, бечевка, задумка. А, понял. Из древесины я сделаю бечевку. Хорошо. Из этого я сделаю ткань. Хорошо. Все? Нести материалы к строительству. Побежали. А пока ничего сложного в принципе нет. Да? Или есть? Да не, ну вроде все понятно, просто и да. Опа, стопандри. Это что у нас? Большие шишки. Уля-ля. А у тебя есть большие шишки? Так. Ой, спасибо, Хью. Ну, надеюсь, этого будет достаточно? Придется обойтись тем, что есть. Деревья сейчас растут гораздо медленнее, чем должны. Материалы скоро будут в обрез. Нам повезло, что у нас все еще есть древесина. А может, пора освоить земли внизу? Ну уж нет, иноземье не то место, куда стоит ходить, так что забудь об этом. А в любом случае, сегодня мы отмечаем завершение строительства чудного нового дома. Давайте заканчивать и будем праздновать. Хаю, я нигде не могу найти твоего брата. Ты не приведешь его на церемонию. Он наверняка сидит где-нибудь в углу и снова рисует всякую ерунду. Мам ждет, найди его. Так, хорошо, рисует какую-то фигню. А мы тебя найдем. Так, а наверное упасть нельзя, да? Наверное разобьемся. Опа, большие шишки. Опа, опа. Здорово. А что ты тут делаешь? Но я Мью. Эй, Мью. Дерь заставил меня везде таскать бревна, так что я решил придохнуть. По-моему, я снова видел одно из этих скользких белых существ там внизу. Мне как следует прищуриться. Не-не, спасибо, обойдусь без этого. Ты зря отворачиваешься, нас окружает столько всего загадочного. Так, ладно, короче. Ну, Марл и Герри думают иначе. Да уж, им беспокоят только дома и эти церемонии. Должно же в жизни быть что-то помимо этого, а? Ну, кстати, по поводу церемонии, она скоро начнется. Меня попросили найти тебя и привезти. Но время еще есть. Помнишь то странное здание, о котором я тебе говорил? Ну, то, которое я нашел. Думаю, догадался, как его можно открыть. Даже не знаю, мам. Марла запрещает отходить далеко от дома. Ой, да ладно тебе, церемония начнется не скоро. Как соберешься с духом, приходи на место сбора урожая, я тебе все покажу. Какая проблема? Значит, какая проблема в озвучке? Сразу вам расскажу, ребят. Вы же сами знаете, что я как бы, да, ну, я уже все говорил, я не умею озвучивать, и все. Такая озвучка, что почему голоса-то они голосами не говорят? Если бы они могли голосами говорить, я бы хоть подстраивался под них. Вот бабка что-то там прошипела, я прошипел за нее. Ну, то есть, как бы, подхватил, как бы, настроение диалога. Точнее, монолога ее монолог, и я его подхватил. А вот когда вот они молчат, я не могу. Все, больше ничего не хочу говорить. Здорово, ты мужик или нет? Даже тебе это заинтересует. Ну, я делаю это ради тебя. Давай только перекусим, прежде чем идти. Вон там ты можешь найти Снаямс. Он моментально зарядит тебя энергией. Снаямс? Слушайте, хорош меня гонять уже. Снаямс. В походах стоит следить за запасом энергии. Все, что ты делаешь, понемногу ее расход. Так что... Так, ну я понял. На Q нажимаешь и постоямс. Так, три постоямса у нас есть. Что еще есть? Нет, больше есть. Быстрого доступа. Так, больше ничего поднять не могу здесь. Давай посмотрим. По-моему, похоже. А нет, есть вон там что такое. Шота? Шотца.
Была пшеница, уля-ля, я пшеницу сейчас. Да, все соберем, у меня рюкзак бесконечный. Так. Так, сожрали, погнали. Ну, давай посмотрим, что там нам удастся найти. Марл не успеет, и глазом моргну, как бы уже вернемся обратно. А последний тот съест две плошки жаркова, которые готовит Марла. Эх. Так, мы за ним бегаем, да? Да, найди своего брата рядом с чем? Со странным устройством, ага. А, сейчас будут загадки, наверное, да? Загадки, загадочка. Загадки, загадочки. Здорово, так, что тут у тебя есть? Ну вот мы и пришли. Когда я расчистил кусты, ты увидел эту круглую штуку. Видишь, висит? Думаю, в нее нужно чем-то попасть, но у меня ничего не вышло. А потому я смастерил рогатку. Я даже доверю тебе сделать выстрел. Давай посмотрим, что будет. Так, стоп, Андрей. У тебя имеются ячейки для... Ага, ближний и дальний бой. Так, используйте right button, чтобы прицелиться из оружия. Ой-яй-яй-ля-ка-ля-ля. Хорош. И чё? О, я открыл, я красавчик. Ух ты! Давай узнаем, что там внутри. А, мам, погоди. Но он уже не хочет ждать. Мы идем туда. Так, видимо, там внизу сейчас что-то будет. А подожди, а мне меч выдали или нет? Или только рогатку? Рогатку-какатку. Ой, зачем я поел? Я дурак. Я хотел не на эту кнопку. А да, кто-то там что-то там машет. Мечом, походу. Опа, ёптель. Ты что тут делаешь? Ню, смотри! Это похоже на орудие настоящего искателя приключений. А вот еще одно. Бери, не стесняйся. Где? А, беру. Старый сосновый меч. Если им взмахнуть, ты будешь выглядеть очень грозно. Ну я понял. Хорошо. А если вести его над головой и как махнуть, получится по-настоящему сильная атака. Хорош. Гань какую-то выбили. А еще между моими атаками можно проводить удар ногой. У скользких белых существ теперь нет против нас никаких шансов. F ударить ногой, хорошо. Хорошо. А если добавить ко взмахам рывки, столько возможностей. Зажми левый shift, а затем... Нет, не понял, в смысле? Че? Подожди, левый shift. Нажми, а затем... Да? А, я один раз нажать. Нет? Ничего не понял. Можно пропустить эту... Ой, я зачем я еще это раз сделал? Так, подожди. А вот так или нет? И не так. А, я понял. Короче, нажимать как-то. Ладно. Смотри, как я могу. Ага, и провалился. Дубинушка, а, какой. А, мам, ты как? В порядке? Просто потерял... А, да. Это было круто, вот только теперь надо как-то отсюда выбраться. Ты видишь какой-нибудь выход? Тут есть деревянная дверь, а рядом записка, на ней написано... Влево-влево, вправо, есть идеи? А, посмотрим, может я что-нибудь найду. Влево-влево, вправо. Влево-влево, вправо. А, мам, ты меня слышишь? Отлично слышу. На этой стороне выхода тоже нет. Что, говоришь, там было написано? Я могу разобрать только влево-влево-вправо.
Бабинья, бабинья. Влево, влево, вправо. Ага. Влево, влево, вправо, он говорит. Так. Что там нужно поменять? Влево, влево. Ибинг. Ибинг. Сработало! Теперь давай освободим дорогу тебе. Че? А, здорово, братал. Че, с ним поговорить или нет? Подожди, там что-нибудь валяется, наверное, вкусненькое. Есть что? Записка. Это, наверное, записка не написана влево-влево-вправо. И все. Может, сказал, там было еще что-то написано. Ладно. Оф, я рад, что мы наконец выбрались. А ты не хочешь пройти чуть глубже? Не знаю, мам, мы и так уже натворили дел. Но ведь обошлось, мы в полном порядке. Не трусь, поешь еды, если она у тебя есть, и пойдем. Ну хорошо. Так, поешь еды, если она у меня есть. Но она у меня есть, но мы ничего. Так, он меня там где-то ищет или ждет. Оп, а мы можем вот так взаимодействовать. Уля-ля, амбар. Подожди, а мы там, наверное, еще можем прыгать какие-нибудь приколюхи тут где-то. Хорош. О, смотри, какие-то этот. Какие-то приколюхи тут. Что тут есть? Мешок с золотом, нет? Так, что мне нужно сделать? Мне нужно найти его так. Тихо. О. Сномамс, или как он там? Стекло. Уля-ля. Так, если я спрыгну, я ударюсь? Я нормас. Так, это что-то какие-то... А, угу. Так, так, так. И что это? Кого-то выгнали или как? Смотри, Хью! Эти фигуры выглядят как люди. Ничего себе высокое. Должно быть, это искатель приключений. Все-таки на Земле очень странное место. А потом он, кажется, снова их бросил. Эти люди жили на нашей скале? Неужели наши предки? Не может быть, иноземья ведь не имеет к нам отношения. Мы никогда там не были. А кто еще мог оставить эти рисунки? Похоже, они запечатали за собой пещеру. Запечатлели? Хью, неужели ты не понимаешь, что это значит? Люди не всегда жили здесь, иноземья тоже может служить нам домом. Мы можем когда-нибудь туда вернуться, там точно есть что-то, кроме ужасных чудовищ, которыми нас пугают. Марл должна узнать, что мы тут нашли. Да, и на церемонию не стоит опаздывать. Тогда ты иди, а я тут задержу, чтобы все изучить. Я тебя догоню. Так, вернись к церемонии. Возвращаемся к церемонии. Ну, вроде я тут все обыскал или нет? Ну, вроде да. Ты? Вроде да. А, тут уже и ускорялочка типа появилась. Я не всегда могу бегать. Уля-ля. Так, а тут-то я все там разрубил, да, получается? Ну да, наверное. Так. Стоп. А это что такое? Отца. Я могу ударить? Не, в другую сторону повернись. Жбунь. Нет, значит не могу. Хорошо. Так, возвращаемся к церемонику. По церемониям немного. О! Мам, ты не исправим. Ах, Ю, ты позволил ему пойти с собой? Одной матери известно, что-то могло случиться. Вы же знаете, что выходить за пределы деревни нельзя. Прости, Марл, но мы узнали, что... Меня не интересует, что за глупости вы там нашли. Он прекрасно знает, что никому нельзя покидать деревню. Так и было, и так будет всегда. Но именно об этом я и... А теперь возвращайтесь в деревню. Вы уже опоздали к началу церемонии. Сейчас все ждут только вас двоих. Эх, братец, ты был прав. Ей не понравилась наша выходка. Но мы все равно должны рассказать ей о том, что нашли. А может, она и так все знает? Она живет здесь гораздо дольше нас с тобой. Есть только один способ узнать это наверняка. Но сперва мы должны посетить церемонию. Так, ну я долго тут буду бегать-то с одной точки на другую? Ну, может быть, уже какое-нибудь будет действие, приколюски, приколю их какие-нибудь хотя бы. Так, ну да, пока все как бы от, из точки А до точки Б бегаем. Кто повод?
Ну хорошо, мы наконец собрались, и церемонию можно начинать. Спасибо, Марло. Как предписывает традиция, я бы хотел поблагодарить вас за ваши усилия. Времени и ресурсов ушло больше обычного, но мы справились. Наш новый дом вышел большим и крепким. Мы будем расширять границы нашей деревни. Скоро мы построим еще один дом рядом с этим, и он будет еще больше и еще красивее. Майка, найдите сюда. Я объявляю этот дом вашим и официально разрешаю войти в него. А после этого мы устроим пир. Пора есть жаркое. Уля-ля, жаркое. Ням-ням-ням. Так, а мы чё? Делаем. Меня тошнит от одного только запаха и жаркого. Не знаю, что Гарри в нем находит. Иногда мне кажется, что он затевает церемонию только ради него. Он оплетает его так, что за ушами трещит. Вы только взгляните на это чудо. Еще один круглый дом на дереве. В оригинальности нам не откажешь. Упаси матерь построить что-нибудь другое. Если я когда-нибудь стану вождем, мы это изменим. Так, землетрос, да? Землетрясение началось. А вот сейчас будет, наверное, интересно. Мы будем одни, и мы будем искать дорогу куда-то, да? Или нет? Ой, лошадь, свинья, кто это? Слон? Нет, это не может быть слон, но похоже на хобот. Хватит меня нюхать! Чё дерёшься-то, слышь? А нет, это не слон. Это что-то странное. Ой, дедок. Здорово. Ты уже спустился сверху, не так ли? Я всегда подозревал, что на этой скале творится что-то неладное. Но я и подумать не мог, что там живут люди. Опасное это место. Шаткий скал. Вот как мы его называем. Представляю, как ты должно быть потрясен, но это не сон. Мы оба тут застряли, иди за мной. Так, ну ладно, это какой-то чувак с провиантом, с каким-то нормальным идем. Новая глава Зов приключений. А я что-то собирать тут могу или нет? Подождите, он меня ждет или не ждет? Он меня ждет. А я пока пособираю. Если у меня этот... если у меня этот, как его? Если у меня... Что-что? Графит для ключей. Если у меня есть... у меня есть рюкзак, который бесконечен, и в него можно запихивать все, что угодно. Так что, да, мы, значит, будем собирать в него все, что угодно. Так. Ну, чего? А, взаимодействие. Зачем мне с тобой взаимодействовать? С морковь. Прикольно. Морковь, только не морковь, а с морковь. Морковь с морковь. Опа. Так, а мы сейчас что-нибудь будем строить? Типа дом какой-нибудь, да, или нет? Так, там пока закрыто, но скорее всего нам туда или не туда. Потому что все разломалось, короче, да? Мы должны будем собирать всякую как... Эти вот какашки. Ну, не какашки, а вот, ну, ты понял, да? Так, короче, пока ничего нет. Ладно, погнали с этим побазарим. Мне в какую сторону, туда? Мне повезло оказаться здесь, когда земля начала дрожать. Прошу прощения, но ты кто? Меня зовут Юж. Мы мудрые. Много путешествий, познаем мир, занимаемся политикой. И иногда попадаем в такие вот переделки. Мой слонок-конь остался внизу.
Нужно починить мост, чтобы его поднять. Вот что мы сделаем. Древесина и бечевка позволят мне починить мост. Кроме того, принеси еды. Мой слонок-конь проголодался. Я помогу тебе разобраться с овалом, чтобы ты мог вернуться к себе наверх. Выглядит прочно, у меня есть изобретение как раз для таких случаев. Найди два раз бечевку, да? Так, эскипос. Ремесло. Создаем. Две бечевки ему вроде нужно было, да? Все. На. О, так-то так. Жаль, что мы недостаточно сильны, чтобы все починить, но я отыщу кого-нибудь, кто сможет. Вот это поможет тебе пробраться в пещеру. Взрывная бочка — штука полезная, но очень шумная. Попади по ней камнем или стрелой, и она взорвется. Будь осторожен. Так, взрывная бочка. Воспользуйся, чтобы пробраться в пещеру. Хорошо, сейчас все сделаем. Сейчас все сделаем, как дед говорит. Тихо, ты можешь размещать рядом с собой определенный предмет, нажав Q. Не так. А вот так. Пульк. Так. Икс. Я попадаю или не попадаю? Что надо сделать? Я не очень понимаю. Но взрывная бочка, он сказал, нужно попасть в нее камнем или... Что я и так делаю? Кто мне подскажет? Я не понимаю. Взрывная бочка, ну. Да, прикольно. А почему там не взрывалось? Черт его знает. Твой дом шаткий скал, найди дорогу что-то там обратно. Почему он не, там не взрывал? Ну ладно, это уже интересно. Ага, прикольно. Так, там мы поднимемся. А, ну да, нам туда и надо. Так, погнали. Да ты надоел. Так, погнали. Так, там ничего у нас. А наверх мы туда... Там, по-моему, ничего нет наверху. Наверх мы туда и не проберемся. Так, хорошо. Погнали тогда сюда по пещерам будем бегать. Так, ну мы бегать-то не бегать. Так, опа-на. О, первый злодей типа будет сейчас у нас. Он злой или не злой? Что? Какой-то он недружелюбный. Вот бы Амон был тут, он бы знал, что делать. Кажется, мне придется сразиться с ним. Если находится защищаясь близко, нажмите, чтобы сфокусироваться на ней. А я его чем должен фигачить? Опа, ничего себе. Ты ближний или дальний бой? Опа, нихера. Бедро белозлоба. Бедрушка белозлоба, няма-няма, типа, да? Взять факел. Так, с факелом будет бегать. Так, подожди, а мы можем что-нибудь здесь? А, ну тут, в принципе, все. А вот там я раз... Что сделать? А, извиняюсь. Поставить. Так. И открылось сразу. Хорошечно. Подожди, а вот я вот там не могу... не могу вот тут что-нибудь разломать, типа бочку? Ничего не могу. А вон тот.
Я понял тебя, братан, ничего ты не можешь. Ну хорошо. Что это было там? Там было. Взаимодействовать. Ну ты взаимодействуешь или ты не взаимодействуешь, алё? Так. А, ну это мы там в пещере были во второй, короче, да? Ну да. Да-да-да. Ну, в смысле, в первой, не во второй. В первой пещере мы и были, и мы сейчас вернулись, типа, взад. Правильно я понимаю? Да, все правильно. А, мам, наверняка сгорает от любопытства. Режим уж туз. Так, а сколько времени прошло? Прошло. Ребят, полчаса прошло, где-то примерно. Вот такую игру мы посмотрели. И если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Шмыга, это был Пень. Всем счастливо, всем пока.